Когда мы официально сможем предоставить все, полностью весь отчет, сколько у нас животных есть, в чем они нуждаются. А именно с этой целью мы и заключили соглашение с администрацией, которая разрешила нам воплотить в жизнь эту мечту. Изначально мы не хотели брать на себя ответственность. Но понимая, что денежные средства, которые федеральный бюджет как бы дает, может вернуться обратно и быть неиспользуемым, это нецелесообразно. Больше нам такой помощи выделено не будет. И не получить... Как за 17 миллионов-то она старается? Смотрите, видите, как за 17 миллионов они стараются, чтобы отмыть деньги на приюте, на ремонте зданий. Про животных не сказано ни слова. Вообще ни слова, ни полслова не сказано. Про животных. Я не мешаю, я просто комментирую свои эти. Извините.